Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Утро доброе». И как всегда, в студии Евгения Пермякова и Денис Федулов. Евгения, сегодня по-настоящему, как бы сказала Алиса из сказки «Алиса в стране чудес», бравный день. Сегодня пятница, последний день. Будний. А мне приходит на ум фраза «на работу, как на праздник». На работу, как на праздник. Я люблю свою работу, я приду на нее в субботу. Да, а как ты относишься вообще к этой фразе про праздник? Ну, вообще, все вот эти вот шутки про то, что «ой, как мы устали», они со временем надоедают. И на самом деле, очень большая мудрость в том, чтобы действительно на работу ходить с удовольствием. Потому что зачем работать, если тебе от этого тяжело? Многие люди выгорают, если им не нравится то, чем они занимаются. Так вот еще Конфуций, представляешь? Когда уже самый умный человек Конфуций сказал: «Выбери себе работу по душе, и тебе не придется работать ни единого дня». И ведь как он правильно сказал. Да, поэтому буквально и на работу, в яблочко как, попал. Поэтому и на работу, как на праздник. Да. Если ты работу расцениваешь как любимое дело, то ты идешь с удовольствием. А если ты идешь как на пытку, то ну. Ты знаешь, я стала ловить себя на мысли, ну, ввиду того, что в нашем современном мире мы имеем не одну работу. Несколько работ, конечно. То есть на какую-то работу ты идешь как на работу. Вот заставляешь себя что-то сделать. А на какую-то работу ты идешь как на праздник, потому что это действительно то, что ты любишь и умеешь делать. И я думаю, как здорово, тебе за это еще и деньги платят. Да. То есть ты пришел, удовольствие получил и еще получил зарплату. Да. По-моему, это здорово. Это замечательно. Еще мне очень нравится работа тем, что самые твои лучшие друзья, самые хорошие, самые классные, самые близкие, они зачастую именно на работе. Потому что вы не просто дружите, потому что вас как-то так ветром судьбы друг с другом слепило, а потому что вы делаете одно дело. У тебя есть общие темы для разговора, ты всегда можешь о чем-то поспорить, о чем-то, как не иногда знаю, это мешает согласиться. Компания. Ты идешь, едешь на отдых, а все разговоры все равно мы договариваемся не говорить не общаться, о работе, да, не говорить о работе. И все равно приходится, все дороги ведут к работе. Да. Но это еще, мне кажется, из-за того, что многие любят пожаловаться. Как вот, как же у нас вот плохо на работе. Обсудить ту или иную ситуацию. Как говорят некоторые люди, обкашлять вопросик. Да. Ну а для того, чтобы не приходилось ни кашлять, ни чихать, мы предлагаем вам оставаться с нами. Доброе утро! Вас приветствую я, Ольга, и со мной помощница Татьяна вместе с Алиной. Мы сегодня вам покажем несколько упражнений на шею и на растяжение спины. Начинаем. Встаем ноги на ширине плеч, опускаем подбородок к груди, прижимаем и медленно опускаемся позвонок за позвонком вниз. У каждого своя точка, докуда вы сможете опуститься. Кто-то опустится максимально к полу. И также медленно мы возвращаемся обратно. Расправляем плечи, делаем круговые вращения. Вверх, назад и вниз. Вверх, назад и вниз. Хорошо раскрывая грудной отдел. На выдох. Вдох и выдох. Вдох и выдох. И то же самое мы делаем вперед. И раз. И два. И три, и четыре, и пять. Хорошо. Делали вдох и вытягиваемся на выдох вверх. Подняли правую лопатку, затем левую. Вытягиваемся точно за макушкой. И еще раз правую
и левую. И тянем две. Максимально вытянуться вверх. И на выдох округляем спину, таз подаем вперед. И снова вдох, прогнуться чуть назад. И выдох. И еще раз вдох. И выдох. Хорошо, остаемся наверху. Взялись правой рукой за левую и вытягиваемся вправо. Постарайтесь, чтобы лопатка вытянулась точно в сторону. И то же самое, меняем положение рук и вытягиваемся влево. Хорошо. Опустили руки, стряхнули, расслабили. Сделали вдох и выдох. Хорошо. И мы встаем в позу собаки. Правой рукой уходим влево, тянемся максимально за рукой. Таз остается наверху. И вытягивая, раскрывая грудной отдел, тянемся левой рукой вверх. Хорошо. Возвращаемся и то же самое повторяем в другую сторону. Хорошо. Хорошо. Садимся на пятки, возвращаемся, делаем вдох. Всем удачной недели. Мы были с вами. Пока-пока. Говоря о Дне шахтера, нельзя и не упомянуть про уголь. Главное, что называется, шахтерское золото. Уголь добывают во многих странах. В Китае, в Индии, в США, в России, в Казахстане и в Индонезии. И, конечно, этот праздник, День шахтера, отмечают по-разному. В каких-то странах даже о нем не знают, например. И свой досуг шахтеры, конечно же, проводят по-разному. Ну, сами подумайте, одно дело добывать уголь в зимних странах, а другое дело в летних. И именно об этом наш следующий сюжет. В Австралии придумали специальную технику йогу для шахтеров. Шахтер Шейн Батлер готовится к очередному рабочему дню в одном из отдаленных районов австралийского штата Квинсленд. Впереди 12-часовая рабочая смена под землей. Он работает по 7 дней каждые 2 недели. Говорит, что может выдержать такую работу благодаря своему хобби. Я немного нервничал по этому поводу, но как только я начал, то почувствовал радость и теперь без этого не могу. 42-летний Шейн страдал от беспокойства. 5 лет назад решил попробовать йогу. Нужно найти баланс в жизни, успевать быть отцом, зарабатывать, постоянно прикладывать усилия. С тех пор Шейн настолько полюбил йогу, что сам стал инструктором. Теперь пытается привлечь к занятиям больше шахтеров. Говорите об этом на работе, старайтесь и воодушевляйте других. Мы много смеялись, когда сюда пришли. Здесь была хорошая, приятная атмосфера. Я не очень подготовленный и гибкий, но мне очень хочется над этим работать. В Австралии уровень самоубийств среди работников горнодобывающей и строительной отрасли на 80% выше, чем среди остального населения. Любые попытки улучшить психическое здоровье работников приветствуются. Это именно то, за что выступает Тони, создавая места отдыха для мужчин после того, как сам столкнулся с проблемами психического здоровья. Если вы страдаете от чего-то, обратитесь за помощью и не стесняйтесь, нечего стыдиться. Это то же самое, что простуда. Просто сделайте это. Большинство людей об этом молчат, но в итоге они расслабляются, улыбаются, и можно сказать, что что-то в них изменилось. Евгения, мне известен о тебе один факт, что ты как режиссер
ставила спектакль в жанре современного искусства. Так ли это? Было. Есть грешок, что называется. Да, есть. И оказывается, для многих людей современное искусство непонятно, потому что оно слишком сложное для них. Все вот эти вот постмодерн, метамодерн, ну как-то уже хватит. Ну смотри, я не преследовала мысль, чтобы сделать непонятным какое-то искусство, просто оно из жанровой политики театра, да, в котором я служу, несколько выбивается. Да. И поэтому как бы в рамках творческой мастерской, конечно, нужно создавать жанр спектакля, который не будет относиться к жанру оперетты или мюзикла. Да, у меня был перформанс и был артхаус. Артхаус. Но он был совершенно и тот, и другой спектакль, и последующие были доступны в восприятии, то есть не было задачей запутать зрителя или сделать действие ради действия. Да. Конечно, ну, то есть конечно, суть, нет. Суть современного искусства не в том, чтобы показать, какой ты умный, как ты много знаешь, как ты вот можешь так изворотливо что-то сделать, рассказать сюжет. Суть искусства, ну, это же просто способ. Это просто ключ, который не ко всем замкам подходит, поэтому многим людям он непонятен. Многие художники, режиссеры, поэты игнорируют это. Игнорируют, это правда. И делают действия ради действия. То есть нарисуют какую-то закорючку и вкладывайте в это какой-то тайный смысл, что хотел сказать этим автор. А он вообще ничего не хотел сказать. Да, автор обычно молчит, когда рисует. Нет, вообще, за многими творениями современного искусства, а напомню зрителям, что современное искусство – это искусство, начиная с 20 века, не считая какого-нибудь позднего романтизма. Да? Ну, то есть, Малевич – это современное искусство. Кандинский – это современное искусство. Там, не знаю, Заха Хадид, ее архитектурный стиль – это тоже современное искусство. А вот интересно, кроме «Черного квадрата» Малевича, какие-то еще картины Малевича также популярны? Конечно, «Белый есть. Квадрат». «Белый квадрат». Но белый, скорее, как белый уголь популярен у нас в стране. Кстати, ты знала, что белый уголь, вот есть активированный уголь черный, а есть белый уголь. Если черный активированный уголь делается, собственно, из углерода, то белый уголь делается из силикатных материалов, то есть из кремния. Он тоже обладает таким абсорбирующим действием, но работает немножко по-другому. Там чуть больше такой умной химии как раз-таки. То есть черный уголь – это природный, да, природное лекарство, это а белый уголь – это химия. Ну, я тебя разочарую, как бы. И то, и другое углерод химия. Это тоже химия. Я тебе больше скажу, у нас в комнате сейчас нет ничего, чего не было бы химией. Вот, но вернемся к современному искусству. Мне кажется, что если режиссер по-настоящему талантлив, то он в любом стиле будет понятен. Я не говорю о том, что зритель поймет вообще все. Это невозможно. Но задача режиссера – это донести до зрителя мысль, смысл произведения, которое закладывал автор, и как-то, и, возможно, режиссер тоже что-то закладывал, что-то свое. Конечно, да, режиссерский замысел. Да. Что хотел сказать режиссер? Что хотел сказать режиссер? Мне кажется, нам сейчас стоит донести до зрителей мысль, что наша следующая рубрика обязательно необходима к просмотру. Рубрика «Афиша». «23 августа Карагандинский академический театр музыкальной комедии приглашает на кукольную сказку «Волк-притворщик». В этот же день Карагандинский академический театр музыкальной комедии покажет оперетту в двух действиях «Не может быть». 24 августа Карагандинский академический театр музыкальной комедии приглашает на интерактивную сказку для малышей «Мой Дадыр». В этот же день театр покажет и музыкальную сказку «Русалочка». 24 августа во Дворце культуры Горняков представят саундтреки детства от камерного оркестра «Тунда Мюзик». 24 августа Карагандинский академический театр музыкальной комедии покажет кукольную сказку «Колобок». В этот же день театр представит и оперетту в двух действиях «Гарнир по-французски».
25 августа Карагандинский академический театр музыкальной комедии приглашает на интерактивную сказку для малышей «Курочка Ряба». В этот же день Карагандинский академический театр музыкальной комедии покажет музыкальную сказку «Снежная королева». На 25 августа запланирован показ кукольной сказки «Котенок по имени Гав» в Карагандинском академическом театре музыкальной комедии. В этот же день будет представлен на суд зрителя спектакль «Званный вечер с итальянцами». 29 августа во Дворце культуры Горняков «Вечер турецкой музыки» – современный молодежный оркестр из Астаны. 30 августа Академический театр музыкальной комедии покажет концерт ко Дню Конституции. Карагандинский академический театр музыкальной комедии 30 августа приглашает на кукольную сказку «Трям, здравствуйте!». Евгения, я совершенно забыл, как называется наша следующая рубрика. Я только помню, что там окончание на «скоп». Вот у меня только что-то приходит. Калейдоскоп. Так. Стробоскоп. Так. Фонендоскоп. Телескоп. Телескоп. Кинескоп. Кинескоп. Гороскоп! Точно! Наша следующая рубрика – гороскоп. Овны, сегодняшний день наверняка удивит вас. Скорее всего, в начале дня нужно будет отложить собственные дела, чтобы сосредоточиться на помощи тем, кто вам дорог. У тельцов умение быстро находить общий язык с новыми знакомыми сегодня даст очень хорошие результаты. Подойдет день и для обсуждения планов, они заинтересуют многих, вы найдете надежных помощников. Близнецы, строить планы сегодня будет легко, а вот с их воплощением в жизнь могут возникнуть трудности. Подождите немного, вскоре ситуация изменится к лучшему, тогда вы и начнете действовать. Ракам не стоит переживать, если что-то будет не получаться. Это действительно непростой день, а в первой его половине возможны досадные недоразумения. Но если вы сохраните оптимизм и уверенность в своих силах, то быстро поймете, как справиться с ситуацией. Рядом будут люди, готовые в любой момент прийти к вам на помощь, поддержать вас, дать хороший совет. Львы, будет шанс найти ответы на вопросы, которые прежде многих ставили в тупик. Одним львам в этом поможет опыт других людей, другим будет достаточно собственной наблюдательности. У дев подходящий день для того, чтобы в непринужденной обстановке обсудить серьезные вопросы. Пусть обманчивая легкость таких разговоров вас не пугает, удастся договориться о важных вещах, принять верные решения. Весы, вспомните о делах, которые до последнего казались чрезвычайно сложными. Сегодня у вас будет шанс отлично с ними справиться. Вы увидите возможности, прежде оставшиеся незамеченными, и поймете, как лучше действовать. Новые знакомые охотно придут на помощь. Благодаря их поддержке добиться нужного результата будет легко. Скорпионы, смело беритесь за новые дела. Вы отлично с ними справляетесь. Непреодолимых трудностей не возникнет. Долго ждать первых успехов не придется. Многим скорпионам пригодится чужой опыт. Благодаря ему представители знака не допустят собственных ошибок и ничего не упустят из виду. Стрельцы вряд ли будут сегодня спокойны. Куда вероятнее, что вам нужно будет заниматься несколькими делами сразу и решать неожиданно возникшие вопросы. У козерогов появится много необычных идей, и все они будут чрезвычайно хороши. Надолго откладывать осуществление задуманного не придется. Уже в середине дня будет возможность перейти к конкретным действиям. Тут важно не растеряться, вовремя сделать первый шаг. Водолей, в начале дня наверняка захочется больше перемен, но лучше не спешить с решительными действиями. Вам потребуется некоторое время, чтобы все обдумать, разобраться в сложившейся ситуации и понять, что для вас действительно важно. Слушайте себя. Советы едва ли будут полезными, даже если их дадут люди, которые хорошо вас знают. Рыбы сегодня удивят многих. Окружающие, привыкшие, что с вами легко договориться о чем угодно, не сразу поймут, что сейчас вы не готовы на уступки идти. Не исключены напряженные моменты даже в общении с близкими, но сложнее всего будет ладить с теми, кто пока вас мало знает. Хотя серьезных конфликтов все же можно избежать.
Денис, на дворе 23 августа. Так, пятница. Пятница. Но не каждый год пятница. Не каждый год, да, но 23-е каждый год. 23-е каждый год. Так вот, чем примечателен этот день, именно эта дата, 23 августа? Вот, например, в Иране сегодня день врача. Ух ты. А в Бразилии день морской авиации. В США день кубинского сэндвича. Кубинского сэндвича. Да, в США день кубинского сэндвича. В Перу день кофе. Ну, мне кажется, вот там, это уважаемый праздник. Там в Перу день кофе, умеет, наверное, да, через день. Это точно. А вот в Беларуси день работников государственной статистики. Государственная статистика – это тоже, на самом деле, очень важно. Потому что если государство не знает, сколько у него людей, какие у него предприятия, то ну, оно не сможет нормально функционировать. Мне кажется, это тоже очень полезно. А для того, чтобы понять, какие праздники и какие важные события были в истории Карагандинской области, для этого существует наша рубрика «Хронограф». Август 1950 года. В Караганде пошел трамвай. Каждые 14 минут к платформе подходят сияющие никелем и яркой краской вагоны. Пассажиры занимают места и отправляются по маршруту. Первый соединил новый город со старым. Август 1962 года. В городе-герое Севастополе закончилось первенство СССР по боксу среди юношей. Золотую медаль выиграл наш земляк, 17-летний Казбек Ашляев. Многим карагандинцам знаком токарь машиностроительного завода и ученик школы рабочей молодежи. Казбек в этом году пойдет в 10 класс. Карагандинское общество «Трудовые резервы» вырастило замечательную плеяду спортсменов. Среди них Владимир Мусалимов, Леонард Тришкин, Юрий Селиверстов и Владимир Каримов. Все они являются призерами чемпионатов Советского Союза. В августе 1983 года у Летнего театра состоялся торжественный митинг, посвященный закладке камня на месте, где будет воздвигнут памятник первооткрывателю угольного бассейна Апаку Байжанову. Пройдет некоторое время, и в нашем городе появится новый памятник. Символично, что рядом, на той же стороне проспекта Советского, стоит монумент «Шахтерская слава». 1988 год. Снова копают на улице Гоголя. Одна из центральных улиц Караганды закрыта для движения. Такое происходит каждый год, жалуются жители. Меняют трубы тепловых сетей. На заседании районного комитета народного контроля был обсужден этот вопрос. Оказалось, что замена труб ведется с грубыми нарушениями. К ремонту облтеплокоммунэнерго относится формально. В итоге страдают жители, в 120 домах сейчас нет воды. И когда ее дадут, никто сказать не может, нет даже плана работ. Так, Евгения, к тебе такой вопрос. Вот ты уже знаешь свой домашний адрес, ты знаешь свой космический адрес, а знаешь ли ты свой эволюционный адрес? Откуда мы, что называется, есть пошли? Давай я тебе его сейчас зачитаю. Как тебе известно, мы с тобой, ну, голые обезьяны. То есть у нас с тобой нет шерсти. Итак, мы обезьяна, вид Homo sapiens. Это, наверное, всем известно. Род Homo. Я не хочу быть обезьяной. Ну, увы. От верблюда произойти не удалось. Верблюдом не хочу. Род Homo. Семейство ганимиды. Первоотряд узконосые обезьяны. Отряд приматы. Итак, но почему же мы с тобой голые? Ну, не сейчас, а в смысле, у нас нет шерсти. Почему у нас нет шерсти, как ты думаешь? На этот счет есть три гипотезы. Наверное, потому что мы не обезьяны, Денис. Нет, Евгения, мы с тобой обезьяны. Конечно, есть люди, которые говорят, что они произошли, так сказать, от земли родной, сырой. Но ты сильно на меня разозлишь, ты перестанешь со мной дружить, если я тебе скажу, что я совершенно не верю в эту теорию. Теорию эволюции? Ну, не могли люди произойти от обезьян. Иначе почему сейчас обезьяны не превращаются в людей? А конечно, помнишь, труд из обезьяны сделал человека. Это тебе Маркс сказал. Но помнишь, когда мы с тобой говорили, что когда выводили лисичек, на это потребовалось аж целых 10 лет, чтобы поменялся всего лишь один признак. Так. А для того, чтобы мы стали отдельным видом, на это потребовались миллионы лет. Да вот не произошли вот мы от обезьян, Денис. Я с этим не согласна. Вот там, когда кот домашний адрес
или какой-то там еще адрес выявляешь? Космический. Вот, нет, после космического сейчас мы какой делали? Эволюционный. Эволюционный. Вот меня туда не вписывай. Хорошо. Меня под этим друзья, адресом. Все, кто произошли от обезьяны, слушаем мою команду. Итак, три гипотезы. Почему так, у нас нет шерсти? Почему? Первое. Потому что, когда люди вышли из леса, они, наверное, вышли не в саванну, а на берега рек. А когда ты купаешься в воде, ну, например, прячешься от хищника, тебе шерсть только мешает. Ну, ты когда-нибудь видела мокрую кошечку? Видела. Ну, жалкое зрелище, правильно? Жалко, не видела мокрую обезьянку? Мокрую обезьянку? А я сейчас тебе расскажу. Против этой гипотезы, про то, что мы водные обезьяны, как раз-таки существуют обезьяны на острове Борнео, которые буквально сидят в этих горячих источниках и купаются. И у них есть шерсть. Носатые обезьяны. Вот такие. Дальше. Есть вторая гипотеза. Наша шерсть упала, точнее, пала в борьбе с паразитами. Сейчас, конечно, мы часто моемся, и у нас паразитов нет. А тогда у нас были бложки. Тогда у нас были у вас, бложки. Я не от обезьян. Да, и это был абсолютный ад. Но самое интересное, что сейчас у нас... Слушай, а прости, что перебиваю. Да. Это вот потому, что они чесались и вычесали себе всю шерсть? Нет, скорее как? Это или... результат полового отбора. То есть женщины выбирали вот тех мужчин, у которых было меньше шерсти. И со временем у мужчин становилось меньше шерсти. Да? Ну, это тренд. Что называется, женщины могут и черта лысого сделать трендом, мне кажется. В общем, почему у нас, несмотря на то, что нет шерсти, у нас столько же волосяных фолликулов, сколько и у обезьян? Как ты думаешь? Потому что вы это обезьян. Почему мы не голые абсолютно? Почему вот у нас голые? На руке нет шерсти, все равно но все равно есть волосы? Ну, наверное, все равно защита какая-то должна быть для все кожи. Все дело в чувствительности. Оказывается, что если вот тебе ручку вот здесь вот побрить, так. У тебя вот там не видно волос, но они есть. У тебя волосяных фолликулов столько же, сколько у обычной шерстяной обезьяны. У меня нет, потому что я не обезьяна. Еще ты их просто не чувствуешь. Ты их просто не чувствуешь. Мы сейчас возьмем пинцет, дорогие друзья, и Евгения почувствует себя обезьяной. Короче, оказывается, что каждый волосок на твоем теле, он действует как такой сейсмосенсор. Ты же вот, например, почувствуешь сейчас какого-нибудь... мотылька, который сел тебе на руку. Да. А если бы у тебя была голая кожа, то у тебя бы не было такой возможности. Кожа, она гораздо менее чувствительна. Волоски у тебя на теле маленькие, они как усы у кошки. То есть, чем больше волосков, тем более ты чувствителен? Не обязательно. Не обязательно. Но их отсутствие это точно меньше чувствительности. Ну, а, соответственно, отсутствие шерсти мы уже хорошо умеем компенсировать одеждой, огнем. Слава богу, то есть, ходили бы голые до сих пор. Конечно, конечно. И третья гипотеза, самая популярная и самая обоснованная. Наша шерсть отсутствует для того, чтобы мы хорошо охлаждались во время бега. Человек это самое продуманное существо. Нам нет равных в беге на длинные дистанции. Почему мы стали такими умными? Потому что, когда нам нужно было забежать, что называется, какого-то мамонта или какое-то животное, вот бежит лошадь, да? Она бежит сутки. Бежит, падает. Бежит гепард. Тем более, он очень быстрый, но он быстрый на протяжении 15 секунд или 15 минут, что называется спринтер. А человек, он может бежать сутки, может бежать двое суток, трое суток. И когда все животные уже, собственно, погибли, так мы и охотились, человек все еще остается, что называется, в сознании. Нам в этом это смысле чудеса. Нет равных. Да, у нас... абсолютно какая-то гениальная система потоотделения, система охлаждения, которая, собственно, и обеспечила наше с тобой существование, Евгения. Если бы ты не потеряла свою шерсть, Евгения, твои предки, то сейчас бы ты не сидела такая красивая в этом чудесном ожерелье, в этих чудесных туфлях в нашей студии. Ну, не буду долго спорить с Денисом, это бесполезно доказывать ему, что мои предки не обезьяны. Я тебе так скажу, Евгения. Отсутствие шерсти не помогает, точнее, ни в коем случае не мешает тебе оставаться милой и смешной, так же, как и герои нашей следующей рубрики.
Дорогие друзья, перед тем, как попрощаться, я хочу поблагодарить вас за то, что это утро вы провели с нами. В студии сегодня, как всегда, была Евгения Пермякова и Денис Федулов. Удачного рабочего дня. Пока, и до новых встреч. Пока.